Поводок вам нужен для того, чтобы контролировать собаку. Но мы ведь хотим научить собаку слушать голос. Поэтому поводок должен всегда быть вот в таком положении. Карабином вниз. Когда поводок находится уже вот в таком положении, даже вроде и не натянут, собака уже его чувствует. И она привыкает слушаться только в присутствии поводка. Поэтому ваше проектное положение поводка всегда только вот такое. Работаем с собакой коротким воздействием, не более туго, для того, чтобы, если поводок у вас упадет, собака никуда не стартанула, и у нее она была в полной уверенности, что она слушает исключительно голос. Лежать. Сидеть. Хорошо, молодцы.